Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 2128. Как же говорите, что при нападении врагов не нужно христианам браться за оружие? Жития святых переполнены, какими были храбрыми христиане в войсках языческих императоров. Ответ. Неизменным остается только слово Бога живого. А эти поступки не по Писанию. Все это не что иное, как чужие грехи, как говорил Златоустый. Нам это без надобности пересматривать. Луки 18, глава 7 стих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медля защищать их? Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Есть немало примеров, когда Бог сам спасал от вооруженных врагов своей силою, ибо Он может сделать это и сегодня, как Ему угодно. Иоанн Новый, 2 июня, кавычки открыты. Один иудей, дом которого был близ того места, где лежало многострадальное тело, думал, что это священники христианские пришли поднять его и предать обычному погребению. Он взял лук и стрелу, приблизился туда и, желая застрелить одного из видимых тех, мнимых священников, положил стрелу, затем с усилием, насколько мог, натянул лук. Когда же он хотел пустить стрелу, то стрела с тетивою прильнула к пальцам его правой руки, а лук к левой руке, и он не мог ни пустить стрелы, ни освободить рук от лука. И так страдал этот еврей, змеиное щадие, всю ночь. Зима в преддверии и лютые морозы. Поземка, вьюга, запуржит буран. Неподготовленным маячит призрак грозный. Смерть непременная нагрянет, как тиран. Пока не кончилось тепло, торопит жатву, наполнит закрома сухой пшеницей и обеспечить пчел всю живность и лошадок. В тепле собачки легче ощениться. И только уж совсем пропитый малый не озаботится о пище и жилье. Последний месяц, и зима настала. Пришла в остиранном, зализанном белье. Седмицы Даниила отмахнула. Последнее всем ясно на подходе. То там, то здесь война с подземным гулом, смятение, неуверенность в народе. И самый сильный побежит, раздетый. Семь жен ухватится за драные штаны и варятся в горшках свои же дети. Страданием сосуды все полны. Отнимется Писание насильно. От моря и до моря ринутся скитальцы. Ища послушать, возопят умильно к Антихристу на удочку, как многие попались. Что заготовишь, знаешь наизусть. Накопленный багаж библейских строчек. Горит в душе неопалимый куст, неугасающий светильник в жуткой ночи. Еще есть время, может, бабье лето. Обдуманно веди с собой войну. Заранее заботься стать атлетом. Труду дай предпочтение, а не сну. Запас к зиме уже сейчас готовят. Заполнить щель, не выдует тепло. Заучива Писание слово в слово. Пурга событий бьет в туманное стекло. 26.09.03. Игла. Игнатий Лапкин.